Добрый вечер, уважаемые гости. На сцене Сочи. Что же представляет из себя этот мощный, талантливый, унизительным добором прошедший в полуфинал коллектив? Это коллаборация индивидуальности, селекция социума. И еще 5 ребят, которые считают, что коллаборация и селекция — это сладости из чайханы. Музыка. Сочи — это очень везучий город. Нас постоянно везде добирают. А те коллективы, что с нами играют, все постепенно домой улетают. Зимой в горах, тут белый снег, летом море, пляж для всех. Круглый год кайфуй, отдыхай, это Сочи, это рай. Сочи, 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 Сочи. Понял, бейте. Нет, Роман, сегодня бить я вас не буду. Почему это? Так нам уже не победить. Как не победить? Пожалуйста, придумай что-нибудь. Ну не выпрашивать же нам победу, в конце концов. Почему это? Потому что мы совершенно не умеем унижаться. А хотя это неплохая идея. Так вставайте быстро на колени, делаем печальные глаза. Вот. Вот так и пойдем к Александру Васильевичу клянчить победу. А ты с нами? Ну, конечно, с вами, Алик. Я вам больше скажу. Вы будете вообще возглавлять этот исторический поход. Yes. Вставайте на четвереньки. Вот так вот? Ну, конечно. А я точно главный? Ну, естественно. Только на вас все и держится. Вперед к Александру Васильевичу. Мы в город изумрудный, идем дорогой трудной. Подождите, подождите. Что-то мне не верится, что я главный. Господи, Алик, ну давайте я вам надену медаль лидера. Но чтоб она не болталась по полу, буду ее немножечко придерживать. Вперед! Мы в город изумрудный. Ну вот мы и пришли, Алик. Александр Васильевич, что я, собственно, к вам подъехал? Видите, коллектив не оправдал наших с вами надежд. Поэтому я вынужден выйти из бизнеса и продать команду с молотка. Ну что ж, начнем наш аукцион. Руслан? Ты об этом пожалеешь. Ну давайте, Алик. Шаг вперед, друзья, продается прекрасный... Ваня, человек. Не продавай меня, я пригожусь. Вот, это он нас обижает. Эй, ты кто такой? Ну вот вы и пригодились. Алик, пойдите поговорите с Хабибами. Только я вас прошу без вот этого. Один уже довыеживался. Эй, не шибля! Ты не тупевица! Эй, не дебель мягкий! Ты мага! Ты мага! Порошусь, чтобы ты не дебель! Разла! Эй, не шибля! Стоп, стоп, стоп! На каком языке он у вас разговаривает? Мы уже 3 переводчиков поменяли! Эй! Ну что ж, давайте продолжим. Друзья, переходим к самому дорогому лоту сегодняшней игры. Продается Роман. Начальная цена 50 рублей. Кто меньше? В смысле, кто 40 меньше? Рублей раз, отличное шелся. Предложение, 30 какой рублей, 2. Рублей? Пелагея, пустите руку, зачем просто этот макет для человека? 20 как? Рублей, 15, не надо, 10 рублей, 3 продано, друзья. Нет, женщине, громкими не аплодисментами надо, встречаем прекрасную надо, обладательницу нашего Ромочки. Здравствуйте, представьтесь, кто вы? Мама Ромы. Очень приятно. Вань, пожалуйста, не отдавай меня, это не моя мама. Роман, мать не та, что родила, а та, что воспитала. Одела и заплатила за тебя неплохие деньги. Ну что ж, бизнес удался. Больше меня в КВН ничто не держит. Ребята, ариуар, я ушел. Сочи — это яркий смех, это радость и успех. Поскорее город выбирай, это Сочи, это рай. Сочи, 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 это Сочи. Добро пожаловать домой! Спасибо огромное, спасибо, дорогие мои. Так приятно. Друзья, ну чтобы праздник был не только у меня одного, мне бы хотелось сделать еще один небольшой подарок для одного человека, сидящего в этом зале. Дело в том, что перед этой игрой мы попросили Александра Васильевича поставить несколько автографов на наших плакатах. И вот, раздавая автографы, Александр Васильевич, сам того не замечая, подписал один очень важный юридический документ. Юрий Соломонович. Это вольная.
И теперь она ваша. Вы свободны. Как жили мы, борясь и смерти не боясь, так и отныне жить тебе и мне. Юлий Соломонович, дорогой, с этого момента вы можете приходить на КВН и смеяться, когда вы сами этого захотите. Команда Сочи, команда Праздник.